Изучение русского языка необходимо унифицировать, при этом должна быть возможность у всех наций изучать родной язык. Об этом сегодня заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Также президент России отметил, что власти не собираются укрупнять регионы. В Татарстан с рабочим визитом прибыл временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев. В международном аэропорту Казани его встретил премьер-министр республики. Завтра Владимир Васильев встретится с Рустамом Минихановым. Новый рекорд России и очередной пьедестал Татарстана. Бугульминец Александр Красных выиграл золотую медаль чемпионата Европы. Турнир по плаванию на короткой воде проходит в Дании.